Новое видео выходит каждый день в 20:00. Как же заебал ебучий Нефил Лордсайд. Вот эти вот однотипные комментарии по типу: «Ой, Зидан Семен, а сделай на меня разоблачение! Ой, а сделай разоблачение! Хм, ролик неплохой, а сделай на меня разоблачение!» Сука, Нефи, а ты понимаешь, что это абсолютно не смешно? И данный ролик, поверь мне, не является разоблачением. Данный ролик является роликом, где я буду вытаскивать всю твою родню, всю твою семью, потому что ты сам решил играть по таким правилам, Нефи, блять. Ну что, я просто не... Какой же еблан, господи, Нефи, пиздец, блять. Почему тебя удалили, почему тебя из жизни, блять, не удалили? Почему тебя просто удалили канал, ебучий еблоид, блять, ты понимаешь, что ты не производишь абсолютно ничего нового на YouTube? Ты высираешь однотипную хуйню с однотипным монтажом по типу скандала Акацуки. Это абсолютно неинтересный ебучий даун с голосом 14-летней или там 12-летней девочки, блять. Ты понимаешь, что это полнейшее говно, блять, и то, что ты делаешь, это, блять, нельзя назвать контентом даже в какой-нибудь параллельной, блять, вселенной, потому что вот это реальное говно, это такое говнище, блять, просто ролики нахуй ни о чем, каждый ролик не имеет никакого-то посыла, там просто вставлена, блять, реклама. Я не знаю, делаешь ли ты две рекламы, но как минимум одну рекламу в ролик ты хоть как вставляешь. Естественно, как Сампер в 2019 году может снимать ролики и не вставлять рекламу в эти самые ролики, Нефи? Ну в самом деле, блять, ну какого хуя? Я просто, блять, не понимаю, нахуя? Неужели вы думаете, что это так смешно? Блять, Зидан Семен, сделай на меня разоблачение. Охуеть, еще, блять, Иисус Христос до того, как его сдал Иуда мусорам, блять, он также говорил: Зидан Семен, сделай на меня разоблачение, блять. А, не хотел оскорбить чувства верующих сейчас ни в коем случае, однако это полнейший пиздец. Господи, какой же, я не понимаю, Нефи, блять, какой же ты ебучий еблан? Это просто невозможно, блять, ты квинтэссенция из всего самого хуёвого, что может быть в GTA Сампью. Ты какой же уёбок, блять. Я надеюсь, что после этого видеоролика ты отпишешься от моего канала и забудешь про меня нахуй, потому что такие, как ты, блять, почему твой отец не знал о вазоктомии, а ты не узнал об эвтаназии, блять, в 15 лет? Я просто нахуй не понимаю, или сколько тебе там, может, тебе сейчас 12, блять, я не знаю. Ебучий додик, ебучий даун, блять, ты, блять, какой же уёбок, какой же хуесос, блять. Пожалуйста, умри, блять, и больше не комментируй мои ролики. И все, кто такие: Зидан Семен, сделай на меня разоблачение, блять, это не смешно, ебаные дауны. Во-первых, потому что я не делаю разоблачение, во-вторых, потому что я не делаю разоблачение по чьему-либо заказу, блять. И потому что я не делаю разоблачение, блять. Ну о чем с вами можно говорить, ебучие дауны? Да, вы, безусловно, можете выражать свое мнение в комментариях, но мне на него глубоко похуй, потому что ваша позиция абсолютно полное, блять, говно, тем более, блять, у Нефи и у прочих чуваков. Это такое говно, господи, блять, я просто нахуй не, блять, пиздец. То есть Нефи, блять, это какой-то Хьюго Ромеро, блять, на сжатых там, я не знаю, FPS-апах от дапа, то есть не просто на FPS-апах от дапа, а на сжатых, сука, FPS-апах от дапа. Вот это вот подлизывание, блять, GTA Самп ютуберам, когда тебе удалили канал и тебя добавили в эту ебаную конфу, где ты такой: блин, вот мне удалили канал, блин, как жалко, блять, господи, нахуй, какой же ты лизоблюд ебаный, это просто невозможно, сука. Нефи, ты такой ёбок, блять, ты такой дебил, сука, ты как царь Крипсет, только, блять, хуже. Это настолько, блять, пиздец, что я даже не понимаю. Возможно, ты в какой-то мере еще выкупаешь, блять, какую-то постиронию или мета-иронию, мета-модерн, блять, но царь Крипсет вообще нихуя не выкупает, сука. Блять, я просто не понимаю, если бы мне предложили, блять, снять 10 видеороликов с царем Крипсетом или забанить, блять, Нефи на канале, то я бы забанил, я бы сделал и то, блять, потому что царь Крипсет в самом деле респект, нахуй. Вот царь Крипсет в самом деле такой охуительный чел, лучше, наверное, только Мау Демиана какой-нибудь, блять. Ну в самом деле, ну Нефи, блять, господи, какой же у меня просто накипело, сука, какие же дауны, блять, сделай на меня разоблачи, сделай на меня, блять, идите нахуй в самом деле, блять, чтобы я интеллигент нахуй делал, блять, самп обзоры на каких-то ебучих маргиналов, блять, самп ютуба, идите нахуй, дауны. Я сделаю самп обзор только в том случае, когда у меня будет дикая ненависть кому-нибудь из вас, и мне это будет дико выгодно. И, кстати, самп обзор на данном канале выйдет, когда тут будет 1000 подписчиков, я думаю, намек вы поняли, блять, выйдет он никак не на Нефи или на каких-нибудь прочих бездарнейших хуесосов, делающих под копирку одно и то же. Одни и те же превью, одна и та же подача, один и тот же монтаж. Это по...
полное говно для конченых даунов. Я не знаю, кто на тебя подписан, ты в самом деле не заслуживаешь тех людей, которые подписаны на тебя. Просмотры твои еще более-менее как-то заслужены, хотя тут бы я тоже поспорил. Однако ты полнейший хуесос. Нефи, блять, я не понимаю, нахуй ты на меня вообще подписался, отпишись, сука. Я не знаю, отпишите, блять, Нефи от канала, придите к нему домой, выебите его мать, блять, и отпишите его от моего канала, потому что такой хуесос не должен, блять, тут быть. Нефи конченый еблан, блять. Я говорю с предвзятостью, безусловно, у меня дикая агрессия, дикий негатив, я дико токсичный по отношению к данному человеку, потому что ты ебаный лизоблюд, и лизоблюдов, блять, которые вылизывают очко ебучим самп-ютуберам, я вижу, блять, издалека. Таких людей, как Малфой, блять, Барон Гейм Коронас, нахуй, там, я не знаю, Царь Крипсет маловероятный, я мало смотрю у него видеоролик, он скорее более конфликты, чем что-то там пытается вылизывать, блять. Таких чуваков дико, блять, много. Тот же, блять, какой-нибудь, я не знаю, Данте или наподобие того, Брулев, блять, да практически все самп-ютуберы вылизывают друг другу по этой иерархической лестнице, блять, и пытаются долизаться до вот этого вот самого Делорензи, блять, пиздец. Это полнейший пиздец, это настолько, это, я не понимаю, как же меня бесит вот это, вот ваш, блять, весь менталитет в этих ебучих GTA самп-кругах, какие же вы уёбки ебаные, у меня, блять, не хватит словарного запаса, не хватит, блять, русского словаря с матом, блять, чтобы охарактеризовать всю вашу шайку ебаную, потому что, ну, это просто, блять, невозможно. Нефи, безусловно, не относится к этой шайке, но он пришел, вот когда ему забанили канал, он пришел к этим уёбкам на стрим попиариться и сказал: блин, у меня забанили канал, блин, как же жалко, пиздец, и все-таки Нефи, блин, как же, да они же даже тебя не прорекламировали, тупой еблан, блять, и не прорекламировали Павлова, потому что, блять, я не знаю, почему они прорекламируют Павлова, потому что Павлов дико тупой даун, блять, им легко помыкать в разнообразных целях, потому что, когда Брулев сказал что-то про меня, он цитировал точь-в-точь Брулева, блять. Павлов — это тот чел, который тупой, наверное, именно поэтому его прорекламили. То есть, вы понимаете, насколько эти самп-ютуберы, блять, даже работают не то чтобы в двойных, в каком-то, в одном направлении они, блять, работают. Вот чисто, блять, удалили канал, как же плохо. Вот вы представляете, если бы у вас мать работала и канал удалили, блять, это мараш-шампур, говорю, матрас-шампур, я не знаю, трупак-шампур там и так далее. В общем, блять... Это полнейший пиздец, они ж тебя даже не прорекламили, нахуй ты им вылизывал, блять, ты упал в моих глазах просто, сука, пиздец, придя к ним на стрим и начиная с ними вот так вот любезничать, типа, ну да, удалили канал, ну да, жалко, типа, блять, да тебе ж похуй на этот канал, ебучий даун, тебе похуй, тебе не похуй на деньги, которые ты не сможешь заработать за то, что у тебя удалили этот самый ебучий канал, я надеюсь, у тебя новый канал нахуй удалят, потому что ты абсолютно не заслуживаешь того, что ты имеешь. Блять, и ты это абсолютно не ценишь, блять. Если у меня удалят канал, то я не буду идти на стримы, блять, к этим ебучим самп-ютуберам и говорить: блин, удалили канал, прорекламьте, пожалуй. Мне похуй, я буду ебашить дальше, потому что я расцениваю YouTube как способ выразиться в тех или иных направлениях, блять. А меня так бесят ебучие хуесосы, которые сделали пару посредственных видеороликов и ноют: блять, как же у меня мало просмотров, пиздец. Завтра, 11 апреля, моему основному каналу Задан Семен 6 лет, блять. Я поснимал на ютубе все, что только мог, блять. Я снимал на ютубе в 11 лет, нахуй, обзоры на моды по Майнкрафту, блять. Я настолько олд, что просто, блять, невозможно. Пиздец. Я не знаю, что вы делаете, что Нефи, блять, делал в 11 лет, блять, но я уже снимал какие-то видосы. Я дико обожаю ютуб, я дико обожаю эту платформу. И, блять, даже если меня будет смотреть, блять, 2 человека, один из которых буду я буду счастлив, сейчас меня смотрят по 100 человек, это охуительно, блять, что я могу донести свои мысли до 100 человек, да, это не там, не 3000 просмотров, не 10 тысяч, но 100 человек как минимум уже что-то, и я счастлив, что я могу это делать, в отличие от ебучих даунов по типу Павлова или Нефи, блин, как бы хотелось 300 тысяч подписчиков, тебе похуй на то, что они абсолютно неактивные, блять, и таким образом просто ты почистил неактивных подписчиков, тебе похуй, блять, ты же ебучий люмпен, маргинал, я не про Нефи, я про Павлова, но Нефи это такой кадр, это просто пиздец, я не знаю, как можно быть настолько, блять, тупым GTA самп-ютубером, как
Нефи, это просто, блять, невозможно. Сука, как же меня бесит Нефи, если ты думаешь, что я сейчас как-то рофлю и так далее, нет, это чистая ненависть, блять, это чистая ненависть. Если к Данилу Герреру, если к Луняш, если ко всем чувакам, на которым я делал сам обзор, я не испытывал никакой ненависти, я испытывал, возможно, какое-то презрение или наподобие того, то к тебе я испытываю настоящую, сука, ненависть. Как и к Павлову, как и к Брулеву, блять, как и ко всем остальным. Просто пошел нахуй, Нефи, пошел ты, ебучая посредственность, я думаю, что ты должен знать это, потому что тебе об этом, видимо, никто не говорит, блять, из твоих вот этих вот сабов, которые, блять, еле могут поставить запятую, блять, на клавиатуре, ты ебаная посредственность, блять, абсолютно ничего, нахуй, ты умрешь, за тобой нихуя не останется, а за мной останется мое мнение, блять, которое я всегда выражаю, я не знаю, как ты спишь по ночам, понимаешь, мне, блять, намного приятнее не иметь огромнейшей аудитории, однако засыпать по ночам, зная, что я никогда себе не изменял, блять. Пошел нахуй, Нефи, ты абсолютная бездарность, как и большинство GTA самп ютуберов. Вы не представляете себе абсолютно нихуя, блять. И чтоб я сделал на вас какое-то разоблачение, вы должны это, блять, заслужить, а не сделать пару каловых, блять, летсплеев. Просто идите нахуй, вы такие бездарности, пиздец.